Мы решили выяснить, кто же они, победители конкурса «Лидер производственной системы КАМАЗа». И оказалось, что в основном это люди скромные, умеющие работать на совесть и не привыкшие рассказывать о себе. Пример работника литейного завода Алексея Медведникова лишний раз это подтверждает. На праздничном мероприятии, посвященном десятилетию ПСК, он в числе других был признан лучшим из лучших и получил ключи от заслуженного автомобиля. Алексей Медведников занял первое место в номинации «Лучшее кайдзен-предложение» по направлению качества. На просьбу вместе с нами посмотреть будущий подарок Алексей Николаевич отреагировал неохотно. Он не привык быть в кадре. Зато, как говорится, за кадром силами таких, как он, улучшаются технологические процессы, а значит, растет качество продукции. Оценивать свои рабочие подвиги он не любит. Говорит, это вопрос начальства, но автомобилю, конечно, обрадовался. Ну, у меня сын подрастает, в следующем году 18 лет будет, оставлю ему. Будет ездить на ней. Вот тот самый картер 312 серийный, который доработали на внутри охлаждения по двум ребрам, в которых раньше была усадка. Доработали, сделали точечное охлаждение. Усадка из ребер, из бабушек здесь ушла. Сменив непривычный деловой костюм на спецодежду, Алексей чувствует себя намного увереннее. Ведь здесь, на участке, где отливают картеры маховика, его стихия. Благодаря кайдзен-предложению нашего героя удалось снизить брак на двух ребрах отливки. А она, к слову, довольно капризная, так что совершенству нет предела. Алексей Николаевич пошел по стопам отца, который 22 года был предан литейному производству. Наш лидер ПСК здесь трудится уже 17 лет. Для него привычно постоянно быть в поиске новых решений, которые помогают повысить качество отливок. И таких скромных тружеников, как он, много. На литейном заводе за 2015 год было подано более 37 тысяч кайдзен-предложений. Для себя открыли настоящих звездочек, да, которые работают у нас и в ремонтной службе, и литейщики, которые работают, кокельщики и так далее, которых, может быть, и завод не знал, но теперь их уже на уровне нашего завода, и не только нашего завода, на уровне КАМАЗа, теперь их уже знают все. Следующий конкурс «Лидер ПСК-2016» набирает обороты. Заводчане снова проявляют высокую активность, а организаторы с радостью отмечают, что качество поступающих предложений заметно выросло. Егор Орлов, Михаил Матвеев, Вести КАМАЗа.